Вот все, что у нас получилось. Это еще не все. Но вот эти колодки однозначно кто-нибудь заберет. Потому что они уж очень хорошие. Может быть, даже я надумаю с ними что-нибудь сделать. Хотя вряд ли. Да. Вот, а еще сейчас расскажу такую историю. Значит, выносим и выносим. Тут ко мне Женька подходит, говорит, иди, Коль, к тебе пришли. Скорее всего, твои одноклассники. Я тут на курс записался английского. Вот, но я выхожу, значит, дядька сразу мне корочку высовывает, показывает. И, ну, я, конечно, опешил и услышал потом слово «hands confield». «Hands confield» — это так, там, где Air Force и Civil Aviation. То есть аэродром для гражданского, для гражданских самолетов, вылетов и для этих военно-воздушных сил американских. Вот, прошли, присели, они мне пару вопросов задали. Но дело в том, что они лишь хотели просто убедиться в том, что видео было снято не для как бы проведения какого-то теракта, потому что выложено оно было в преддверии, в канун очередное. Вот это, то есть 10 сентября, 11 сентября был теракт как бы трагических событий в США. И думают, что возможно, ну, это с целью этого сделано. Как нашли это вообще? Вот здесь мы живем, а снимал я там, ну, не знаю, в 15 километрах отсюда. Ну, вообще, в общем, да, тут все у них подвязано. Вот так вот. Вот так вот мы разобрались. Вон принтер еще есть. Тоже рабочий. Canon. Сканер. Ну, фу. Круто. Обогреватель. Так, ну все, ладно. Такая вот интересная история.